Всем привет! Сейчас я покажу, что случается, когда родители решили поспать подольше. А дети проснулись первые. Та-та-та-там! Это что такое? Иго. Ма, иго эхэсайо. А ты что тут делаешь? Вот это кота. Вот что у меня получилось. Вместо сметаны я использовала такой вот соус для спагетти. Получилось очень вкусно. Я уже немножко попробовала. Реально очень вкусно. А папу-пу? Ма. А папу-пу? Ма. Когда я буду вот так, я буду вот так, вот так, такое эсайо. Эсайо. Ну ты же с папой договорился. Вот папа тебе и даст. Эсайо. Эсайо. Ма, эсайо. Ма, эсайо. Ма, эсайо. Решила приготовить капкейки, буду делать это в первый раз. Буду использовать уже готовую смесь. Сюда нужно добавить по инструкции 2 яйца, 80 мл воды либо же молока и немного подсолнечного масла. Давайте посмотрим, что же получится. Здесь уже сухая готовая смесь у меня. Ничего больше добавлять не надо, кроме яиц. Яйца. Вода. И немножко подсолнечного масла. Все. Смесь нужно будет перемешать хорошенько до однородной массы и разлить по формочкам. Ну и вот что получилось. Эти формочки я покупала в магазине Дайсо всего за 1000 вон, меньше $1. Ну что, через полчасика, минут даже через 20, все будет готово. Что у нас в итоге получилось? Они все вытекли, потому что я слишком много положила теста. В следующий раз буду знать, что так делать не надо. Аромат просто потрясающий на весь дом. Будем пробовать. Мне позвонила мама, позвала нас обедать, сказала, что они уже все заказали, ждут нас. Вот сейчас мы идем. На улице так тепло, плюс 3 градуса. Думала, холодно, поэтому оделась тепло. Детей тепло одела. Но погода просто сказка. Уложила Эля спать, оставила его на работе, и пока он спит, мне нужно быстренько сходить в Дайсо, хочу купить наклейки на ногти. Thank you.
На обратном пути встретила сестру мужа. Она приехала с нашим чемоданом. Скоро улетает отдыхать на Баракай. И мы одолжили ей наш чемодан. Пришли с ней за кофе. Здесь фишка в том, что нет работников вообще. Здесь можно все купить через вот этот автомат. Муж приехал с работы, мне появилось время испробовать эти наклейки из Тайса и скажу, что это полная фигня. Эти я еще не пробовала, а эти однозначно ужасные. Они ужасно ложатся на ногти, смотрятся тоже не очень. Я попробовала всего 2 пальца и сразу их отклеила, потому что выглядело это очень страшно. Я такие впервые покупаю за 3000, я покупала до этого за 5, они получше качеством и держатся на ногтях где-то 5-6 дней. Потом отклеиваются. Вообще, я записалась на маникюр к нашему русскоязычному мастеру, но он, у меня запись только в начале февраля, а завтра мы едем с друзьями мужа отдыхать, и хотелось бы привести ногти в порядок. У меня, кстати, ногти очень сильно отросли, обычно без покрытия они так не отрастают, ломаются сразу, а сейчас из-за беременности они прям такие крепкие стали. Но формы ужасные, блин, они все такие некрасивые, неровные. Так что мне срочно нужно на маникюр. Эх, придется завтра ехать с такими вот страшными ногтями. Ну, уже ничего не поделаешь. Поздно уже ехать, магазин закрыт, чтобы там хотя бы прозрачный лак купить, покрыть в 2 слоя. Так что уж как-то так. На следующей неделе я иду уже к нашему мастеру, буду делать нормальные ногти. Прощаюсь с вами до следующего видео. А сейчас мне нужно собирать чемоданы. Уже завтра мы выезжаем. И обязательно сниму влог о том, как мы будем отдыхать. Едем мы всего на 1 день. Думаю, что он будет очень насыщенный. Так что увидимся с вами в следующем видео. Всем пока!